Sosial şəbəkələrdə növbəti dəfə rusiyalı hərbiçinin əsir düşməsini göstərən kadrlar yayılıb. Görüntülərdə hərbiçi yoldaşı ilə danışdırılır. Narahat olma, mən sağam. Xahiş edirəm, anama zəng et, onu sakitləşdir. Orada sakit oturmayın. Mitinglərə çıxın, əlinizdə plakatlarla aksiyalar təşkil edin. Burada dinc əhalini gülləliyib bombalayırlar. Bu müharibəni durdurmaq lazımdır, deyə rus hərbiçisi bildirib. Qeyd edək ki, əsir düşən hərbiçi polkovnik leytinantdır. Бетче, доброе утро в вашей хате. Даю трубочку вашему мужу. Скажи, вот сюда. Алло, привет, мам. Я живой, в плену нахожусь. Нахожусь в плену. Мы опытом? Не знаю, второго нет. Что делать? Беги детей, маме позвони, успокой. Я живой. Выходите, выходите на улицу. Пусть выходят на улицу против войны. Че? Тебя оставят живым? Я не знаю. Говори, пусть выходят на улицу против войны. Можно с этим человеком поговорить? Который говорит? Да. Не, стоп. Так ты скажи, ты. Что ты хочешь сказать. Смотри, товарищ. Передай всем нашим, чтобы не работали по мирным городам, по мирным объектам, вот, чтобы заканчивали эту войну. Хорошо, передам. На улицу пусть выходят с плакатом. Увидим, что жена будет с плакатом, все будет нормально. Передавай, что вообще. Передавай. Жене говори. Требуют, чтобы ты вышла с плакатом против войны. Хорошо. Тогда будет все нормально. Ролик на YouTube будем смотреть. Жена сказала, что будет. Маме привет передай, успокой. Как ребятишки. Держись. Давайте, держите. Я же давай, детей. Давай. Дай. На камеру представляйся. Полковник что? Полностью фамилия, имя, число места утверждения. Полковник что, Максим Сергеевич. Должность вашей части, место дислокации. Заместитель командира полка 47-й полк. Выходите, поднимайте свою Россию. Против вашего хуя. Дислокация. Чем больше у вас выйдет, Воронеж. С плакатами нет войны. Руководитель у вас кто? Тем больше у них шансов остаться в живых. Полковник Лобода. Кто отдавал приказ бомбить мирные города? Наши дома. Командующий генерал Маковецкий. Полностью генерала Маковецкого данные. Олег Владимирович. Он непосредственно вам давал координаты? Когда наши дети. Он прислал координаты работы. То есть генерал Маковецкий непосредственно давал координаты для бомбардиров? Да. Сколько у вас самолетов, если вы дислоцируете? Сколько самолетов дислоцируется? 24. Рабочих сколько? По-разному. 15 плюс-минус. Сколько вылетов совершали? 3. Адреса? Населенные пункты? Между Изюмом и Балаклеей и вот 15 километров севернее Харькова. Визуальный контакт был с целью? Нет. Один раз визуально видели чистое поле. Остальные вылеты выполняли в облаках. И сегодня, точнее вчера, полет был ночью, только лесной массив. Вы понимали, что есть светомаскировка, и внизу могли быть мирные люди? Я работаю по координатам, которые мне выдают в виде приказа. Координаты Маковецкий опять-таки выдавал? Ну, он присылает, да. Я уже сказал. А в каких числах ты вылетал? Что ты не видишь? Третьего. Третьего. Так, сегодня третьего и в 20-х числах. 24-го. Я тебе скажу, что только 3 дня облачно. Все остальное было безоблачно. Ты мне расскажешь, что ты не видел. Стоп, видео.